Дети с ограниченными возможностями здоровья рассказали о человеческих ценностях, как в Нижнекамске отметят День семьи, любви и верности. Об этом не только в ближайшие 5 минут. Это Нижнекамские новости в студии Лили Горова. Здравствуйте. Дети с ограниченными физическими возможностями доказали их доброта и уровень духовного развития безграничный. В музыкальном колледже состоялся финальный этап конкурса чтецов «Вера, надежда, любовь и милосердие». Приняли участие воспитанники реабилитационного центра «Надежда». Со сцены звучали лирические произведения, посвященные главным человеческим ценностям – милосердию, состраданию, любви к ближнему. Сегодня отмечается Международный день семьи. Праздник был установлен в 1993 году. Его цель – обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи. Сегодня в парке семейного отдыха «Солнечная поляна» пройдет массовый флешмоб, в ходе которого люди составят большой хоровод. Начало мероприятия – 18:00. В России будут работать горячие линии детского телефона доверия. Рассказать о своих проблемах можно будет завтра с 10:00 до 16:00. Информация, полученная в ходе звонков, будет обрабатываться специалистами всех субъектов профилактики. Позвонить по телефону могут как сами несовершеннолетние, так и их родители или законные представители. Отвечать на вопросы будут подготовленные сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, отдела правового обеспечения, психологи. Номер детского телефона доверия 8 843 200 91 25 50. Инновации школьников. Бизнес-компания 32-й гимназии разработали дождевики-трансформеры. Своеобразные плащи вмиг превращаются в ветровки, да и складываются в одну сумку. Свой проект ребята предоставили в Москве на конкурсе и стали победителями. Подробнее 18:30. О погоде. Сегодня утром в Нижнекамске до плюс 16, днем до плюс 21. Сегодня состоится суд над бывшим начальником изолятора временного содержания. Нижнекамцы примут участие в военно-полевой игре «Зорница». Об этом у нас в следующих выпусках новостей. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 или с помощью сайта ntrtv.ru. До встречи!